Добрый вечер. С вами Александр Сергеевич. Вновь мы вместе идем от трех вокзалов и дальше. Немножко не убрано, но мы идем. Очень скользко, сейчас выйдем на трассу проезжую. Идем по городу. Смотрим под ноги, очень скользко. Ругался матом вслед.
Мы идем по городу. Мы идем по улицам, площадям. Ольховская улица. Научно-исследовательский институт красоты и пластической хирургии. Вот перед нами Ольховская улица. Мы пройдем по ней. Сзади нас выезжают машины, поэтому мы остановились. Сейчас идем вперед. Страшно. Лед у нас образуется, где-то улицы убраны, где-то нет. Мы идем тихонечко. Когда-то здесь в конце или в начале улицы, да? Конец, в другом конце. Бесконтрольно-пропускной пункт, военная часть московского гарнизона. Все работают. Вот сейчас проверяли решетки водостоков, люки. Вот здесь уже обработано, смелее можно ходить. Вот здесь, в этом здании, был автобусный парк номер 4, ныне переведенный в казино. Муниципальный район за Московской кольцевой автодорогой. Когда-то здесь стояли троллейбусы с парка, их было много, все не размещались в парке, стояли на улице Ольховская. Очень интересно было.
пиздец, конечно. Но ходить нужно, и будем ходить и продолжать ходить. Мосводоканал по московскому региону работает отлично. Вот любые неполадки устраняются на месте после приезда бригад. Здесь размещается предприятие охраны российских железных дорог. Особняки, дома, которым уже больше 100 лет. Район Басманный вновь у нас, это до Садового кольца. По Ольховскому, дом 2А, живут люди, жилой дом, вот. Детская игровая площадка. Сейчас пойдем на противоположную сторону. Там посвободнее. Ну вот здание
бывшего второго троллейбусного парка. Все это история архитектуры. Сейчас ведется реконструкция под, как мы знаем, городской музей общественного наземного транспорта. Вот, а дальше вы видите 4-й автобусный парк, бывший грузовой парк, который когда-то много лет, с 1950-х годов по 1995 год, был автобусным парком. Сейчас, к сожалению, закрыта территория, ждет реконструкции. Ждет реконструкции. Сели. Ну, вот сбивает сосульки, сейчас посмотрим. Ну а здесь центральный аппарат либерально-демократической. Столовая работает, кстати, с 11 до 16. Вход свободный, столовые. Можно прийти покушать. Шли сейчас по первому Басманному переулку. Первый Басманный переулок. Самая история Москвы, города, нашей страны.
идем по городу. Научно-исследовательский институт. Российская академия наук. Снег. Вот думаешь, что тихонечко, спокойно. Новая Басманная улица.